Продолжаем. Обнаружены фрагменты останков убитой в озерах девочки. Это совсем небольшие частички, не более 5 сантиметров. Их нашли по одному из адресов, который указала приемная мать. Сыщики надеются определить ДНК по каплям бурого цвета. Их обнаружили в сарае на территории участка семьи. По словам Татьяны Черниковой, приемной матери, останки спрятаны в 4 разных местах. 2 из них уже исследованы, но череп, который сложнее всего сжечь, пока не нашли. При осмотре заднего двора было найдено место кремации, и там экспертами тоже были взяты образцы для дальнейшего исследования. Я напомню, что приемный отец 6-летней Вероники сознался в ее убийстве. На слушании, где его арестовали, он заявил, что сожалеет о случившемся. Его супруга и теща знали о преступлении и несколько месяцев помогали ему скрывать смерть малышки.